Всем привет, друзья. Добро пожаловать. А-а-а. Здравствуй, Алис, как ты? Здрасте, здрасте. Ну как, нормально. Нормально? Выживаем. Это твое? Ну да. Что мое? Что мое? Вот этот вот мусор, не? Нет, нет. Ладно. Так, мы такие с зажигалочками, с арбалетиками. Слушай, прям так выглядит. А то, что тут гора трупов, я так понимаю, тоже мало кого удивило. Ну то есть в этой игре это нормально. Да. Что все мертвы, кроме нас с тобой и парочки аборигенов. Так, чем больше трупов, тем лучше тут. Углубляемся. Я не знаю, куда это ведет. Это вообще очень странно все выглядит. Бля, тут вода. Стоп. Ой, нам надо этот надевать аквалан. Не знаю, пока не... Нет, наверное, нет. Пока мы так... Так. Драться мы вряд ли сможем. Но куда это... На нижние ярусы, наверное, придется брать ребризер уже, да? Давай-ка пока... Ну, да. А, возможности надеть его пока нет. Что здесь? Так все затопило-то. Что-то жесть какая-то. Куда мы плывем? Ну, учти, мы типа глубоко под землей где-то. Хрен его знает. Тут коридоры, коридоры, коридоры. Куда-то же должно оно выйти, правильно? Где-то... Ну, наверх какая-нибудь лестница. Мне кажется, должна быть. Или? Еще коридоры. О, я вижу, там ключ-карту активировать. Там дверь с защитной ключ-картой. Погнали. Прикинь, сейчас какой-нибудь ктул, какая-то поебень огромная. Так, сюда тоже можно. Тут открыто. Зайдем, посмотрим, что здесь. Лутать, конечно, он не лутает, но тем не менее. Тут еще кабинет. Блядь, там, там подъем, по-моему, куда-то. Ага, наверх. Я же говорю, должно быть. Чего? О, Патрики. Крепление для дробовика. Кого-то там жрут. Что такое? На камерах смотри, что. Да, вижу. Ни хрена. Подожди, а где это? Здесь где-то они? Если их всех выпустят, нам пиздец будет. Имею в виду. Все превратились в кого-то. Так. Стоп, секунду. О, еще ключ-карта. Желтая. Записка. Ты забрал желтую? Вирджиния. Нет, это вот та девушка, которую мы находили. Три ноги, две руки. Это ее... Допуск. Что здесь? Мы с Вирджинией же, это же дочка этого. Да, я тоже понял это не сразу. Да, да. Так, артефакт номер 2. Что это за странный куб? Что ж не случилось-то за 30 недель? Я так понял, что какие-то опыты над ней начали проводить. И она типа не до конца обратилась, как бы. Охренеть. А почему здесь воды нет? А, тут типа возвышенность. Охренеть. Так, ладно. У нас уже есть две карты доступа. Получается, мы взяли... Я не помню, чья была первая. Ну, наверное, жены, дочки, и осталось только этого главного. Так, тут мы были. Получается, сюда. Блин, если они там все сидят, нам жопа. Мы типа сохранились вроде как нормально. Что здесь такое? Всех шуруповерты. Так, пробуем. Ух ты! Ебать, смотри, там что-то огромное, подожди! Там где, как, где? Вон лежит на полу, видишь? Что это? А, да, оно не живое же. Слушай, давай я палаточку здесь поставлю, ты не против? Давай, да. Ну и вон нахер. Эти дверки обратно закрыть, да? Ставь палаточку. Палаточку. Куда ты ушел? А, стой, стоять. Сейчас. Ну? У тебя палки есть? У меня, наверное, палки есть. Так. Так поставь на углу палку. Почему у меня красненькие везде? Уголки. О, вот. Ставь. Подожди. О! Красава, сохраняемся. Иди знай, какое дерьмо нас там ждет. Есть. Палатку да. Пока не разрушай, наверное, пусть будет. Ни хрена себе. Ну, тут. Слушай, смотри, как шикарно. Скажешь, он где-то под землей. Это что там такое лежит? Вот это что? Банско. Что ты допился здесь-то? Так, а тебя не смущает его размер? Да, у них праздник был, да, так он еще с двух сторон. У пацанов нормально тут все в порядке, смотри. Ой, этот сидит за столом, смотри. Что за чаепитие у них такое было здесь? Я посмотрю, тут полажу. Хрена. Забрал кусочек бекона у них. Это бекон? Ты с него снял его, что ли?
Ну, я не знаю, тут на столе они что-то... Бля, ну как котопёс, смотри, здесь и тут котопёс. Котопёс. Кусочек бекона коллектед. Вирджиния, тут подписаны, смотри. Таблички стоят. А, надо, может, даже узнать, как звали котопса? Не, Вирджиния дочка тут ела. То есть для них, для всех? Кстати, тут у каждого на второй что? Барбара это жена его. Этого чела. Эдвард какой-то. Хэнк. Ой. Их последняя котопёс. Вот этот. Так, загрузили, по-моему. Отлично. Ладно. Слушай, вот эта хрень зовут Джордан какой-то. Блин, лишь бы они все не ожили, это? Понимаешь? Если они оживут, нам не поздоровится. Так, тут газировка есть, можно забрать. Давай, пока лезет, берем. Ну, тут типа выход, но там забаррикадировано. А что, там можно вот пролезть туда? Через стекла эти? Там что-то вода, видно? А, просто вода и все. Но у нас есть ребризеры. Будто бы кто-то оттуда выбрался, или? Или наоборот ушел. Или наоборот туда ушел. Ну слушай, да, у нас... Я надену ребризер, пойду посмотрю, давай, что давай. Там. Просто с интересно. Тобой. Давай. Что-то стрёмно здесь. Ты, главное, за кислородом тоже поглядывай. То мало ли. Тут можно проплыть. Тут есть дырка. Да, тут пещера. Погнали, что надо. Давай, попробуем. Очень странно это все. Очень странно, запутанно и непонятно. Никогда. Но главное, что мы нашли две карточки. Это хорошо. Так, тут можно где-то всплыть, походу. Yes. Ну так, чисто передохнуть. Оно же куда-то, по идее, должно вывести нас. Если что, у меня есть пара коктейлей Молотова. Блять, там кто-то прыгает. Там у тебя есть коктейльчик тоже? Блять, хера? Опа, стрелой. Ой, как оно бесшумно. Оно вообще шума не издает. Ай! Пошли вон, блядь. А воды боятся, суки, боятся, блядь. Сейчас немножко света. Все, он... Он встает! Пиздани его! Да как встает? Только что встал. Жадно! Встаешь! Ай, сзади, аккуратно! Тихо-тихо-тихо! Хорошо, меня не жёг. Да, да, все нормально. Так, ну вроде минус двоечка. Так, стрелы забираем. Забирай, забирай. Я тоже забрал чуть-чуть. Они стоят себе спокойно, вообще не парятся. Бля, дети. Ай, ну неохота их трогать, да? Просто, я просто перепрыгиваю. Они просто, да, как эти. Опа. А мы тут... Прыгай, прыгай, где ты? А назад-то мы уже не вернемся. Там мы спрыгнули. Как это? А там ты спрыгнул, высота большая была. Там уже все, только вперед. Game over. Честно, я не знаю, куда это может привести все. Ну, вариант один точно есть, это сдохнуть. Но мы же так просто не сдаемся. Меня такое не устраивает. Давай, меня тоже как вариант поищем. Блять. Аккуратно. Поткнул. Бля, она беззвучно убил. Вообще стреляет, тема. Натянул. Зарядил и поехали. Младенец какой-то. Так ты его можешь жахнуть и забрать просто стрелу из него. Слушай, блядь. Рыбик нервничает. Да. Ну так темно. А, во. А у тебя фонарика же нет, да? Так, слушай, муж. Там что-то... Подожди, дай-ка я... Я застрял, подожди. Самое аккуратное. Батарейка еще есть. Что, я не могу туда пройти? Во. Или ты во мне застрял? Что происходит? Я не могу выйти. Нет, я ни в ком не застревал. Я ни в тебе, ни в... Тут мелочь. О, кстати, тоже я не могу пройти здесь. А там пропрыгать надо. А, пытаюсь. Есть.
там завалилось, слышь? Что-то упало. Я думал, что сегодня без пещер будет, честно. Да. Что-то у нас пещер очень много в последнее время. На. О! Выход? Ну, типа того, я не знаю, и правда. Чё? Света нет дневного. А, есть. Хера мы вышли. И чё? Куда мы вышли? Зачем? Где мы? О, Кельвин! Здорово, на. Подожди, а как это? Где мы вышли? Мы вышли, кстати, в жопе мира, по сути. Недалеко от того места, где и заходили. Так, надо теперь найти там, где был первый принтер. Так, ну и... мы нашли карту. Так, я так понимаю, что это зачем мы сюда и лазили, да? Вряд ли там что-то было еще ценнее. Что-то мы, да, мы нашли еще себе одну карточку. У нас две карты теперь. Слушай, ну мне кажется, что вот в том месте, где первое было, там какая-то третья, наверное, нужна. Вот именно. Надо вот проверить. Этого. Ну надо, да, ломиться туда и, наверное. Снимай ребризер. Зря его, да, не носи. Погнали, посмотрим, что там. Где-то здесь похоронен наш тиммейт. Вот он. Ага. Здорово, братка. Давай. Поехали. Присоединись-то. Давай. Он был у нас самый такой, знаешь, фанат оружия. Я очень надеюсь, что мы тут найдем что интересное. Дробовичок бы не помешал. Опа. Есть, вот оно, красавица. Опа. А ну-ка, где он? Так, дробовичок. Вот он. Вот он, красавец. Есть такое дело. А его не надо перезаряжать, он уже заряжен, типа. Я забираю у него этот GPS-маячок. Хочешь побегать с дробовиком, если так легче? Чем бы и нет, вот да? Вот эта тема. Вот эта тема. Да, парень даже разложиться не успел. Кто его похоронил, не знаю. Вряд ли это девочка-мутант. Ты не надо на этого нашего братана. Не надо, он уходит, он обиделся. Не-не-не, все нормально. Кельвин расстроился. Блин. Он показывает, смотри. Показывает тебе. А то враг, значит. А может быть, надо проверить дробовичок? Давай. Вот. Проверяй. Поближе только подойди, пизданица. Хуя! Что уж там, нахера, проверил. Экономь, может, патроны поэкономим пока чуть-чуть. Ну да, ну один, ну надо было проверить. Ну а вдруг, знаешь, ствол нерабочий. Все, теперь знаю. Так, теперь у нас есть женщина. Куда ты их И куда мы ее отнесем? Давай на Кельвина кинем. Это мы узнаем, да. Я хотел. Он еще показывает. Рука отвалилась. Ну, он еще показывает, там кто-то есть. Блин. Вон он бегает. Сдвигаются. Может, ты теперь топор проверишь, а? Или мне еще проверить дробовичок? Давай топор проверим. Так, у ты еще ёлку сломал, ни хрена. Один взмахом, ты как этот, на. Хрена себе, бля. Так, шутки шутками, но это имеет свои последствия, поэтому. Да, да, все, тихо-тихо-тихо. Мы, кстати, почти пришли. Тут даже птицы как-то иначе поют. Я бы даже сказал, они молчат, по-моему. Нет, что-то они издают какие-то звуки. Так, где-то... Ой, мы пробежали, подожди. Вот здесь. Вот, тот самый первый мой бункер. Вот эта машинка. Да, вот оно, вот. Вот. Где-то рядом. Вот здесь. Погнали. Подожди. Пусть Кельвин нас подождет тут. Где ты? Так, давай ему... Подожди, давай ему скажу, пусть костер сделает, чтобы не скучал. Так, постройка костер. Супер. Все, заходим. Нормально. Понятливый вообще пацанчик. В идеале надо, конечно, опять ставить палатку, сохраняться. Мы хрен знает сколько пробежали. Угу. Может, тут кровать? Тут, по-моему, кровать есть. А там есть, да, около... Точно. Так, полезли. Очень было интересно, когда один записывал. Думал, блин, где же... Я думал сначала, что взорвать надо. Типа, можно бахнуть и все. Ага, кстати, есть. Стрелы можешь распечатать. О, да, сейчас все делаем. Так, я записываюсь сразу, потом еще раз. Давай. Так, супер. Делай ты себе стрелы. И я тоже бахну. Так, больше тут вроде ничего не было. Нормально. Тут можно делать, короче, такую штуку, как техноброня. Она тоже накладывается. Ну, ты можешь, типа, обмазывать себя техноброней какой-то современной. Там можешь полистать. Надо обмазаться, на.
Но она долго делается, и типа на нее дофига уходит. Ну ладно, нам сейчас... Так, я собрался сделать. Так, а что у меня по количеству вообще? Кушай, пей. Сейчас со стрелы бахну. Так. А эти компы, кстати, не разбиваются. Платы от них не заберешь. Блин, да ты орешь на. Ну тут наполно. Нет, тут вроде никого нет. По крайней мере, пока дверь не открыли. Так. Блин, что мне нравится, знаешь, вот эти инвентарь разворачивают, такая каша, херня, столько всего. Но никаких там таких, чтобы там циферки, знаешь, там, ну так, все такое лежит. Блин, оригинально сделано, конечно. Крюк, техноткань, сани, стрелы. Да, прям... Ладно, пошли я попробуем открыть. Как-то нормально? Сейчас. Перекус. Давай. Я, в принципе, поел, попил. Довно. Погнали. Так, ты что думаешь, подойдет? Я что-то сомневаюсь. Я не знаю, проверим. В любом случае, надо хотя бы проверить. Ну да. Так. Какие у нас еще варианты? На? Те две двери открывались. И это, видимо, тоже откроется. Да, все, отлично. Я сомневался. У тебя фонарик есть? Так. Проверить, сейчас, что там. Дос. Yes. Там, блядь, музыка, дискотека. Во хера. Там кто-то ходит, по-моему, слышишь? Зарядить фонарик надо батарейками. А, горит. Что это, мать твою? Это спортзал, что ли, или что это? Это хлюпает, хамкает. Я тоже слышу. Там что-то голодное. Будь осторожен. Я не хочу. Да. Так, я с арбалетом. Ты с чем вообще? Я тоже с арбалетом. Ну, дробовик же есть. Стой, да, давай изнем. Возьми дробаш, я пока на арбалете. А, и вообще в идеале я бы... А, у меня а коктейль Молотова не сделать. Господи, я потерялся. Где у меня? Дробовик в сундуке, в ящике. А, точно. Тут оружейный ящик, типа. Да, 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 да. Все. О. Вот так уже лучше. Бля, там точно кто-то есть. Там точно кто-то есть. Ну, там стоит кто-то. Осторожно. Хрена тут просторы. Да, мне тоже кажется, для зала как-то многовато. Так, бассейн, на... смотри, фламинго. Басик, да. Зайдем, так, посмотрим. Давай, давай, посмотрим. Давай. Что плутать есть. Что по бассейну тут? Не знаю, как. Я поплыл. И как оно? Молодец. Водичка, в принципе, неплохая, плавать можно. А это что, тут дверь была какая-то? Милочь бегает еще аккуратно где-то. Что за странный звук? А что-то гудит, да. Гудит, я тоже слышу, прям... да. Блядь, ебать, что это было? Да вон мелочи. А, мелкий. Хуета мелкая, блин. Так, тихо. Я думаю, какого хрена? Ай. Ну слушай, тебя все обижают? Битвы или... Духа выкрутил так. Как полетел, а? Ай-яй-яй. Так, тут не пройти. Ладно. Так, пойдем дальше глянем, там кто-то там чавкал. Вон там кто-то ходит, смотри, вдалеке он там. Вижу, видишь? Вижу, да. Ой, там много, слышишь? И какие-то стоят еще товарищи неприятные. Так, подожди, а у нас у тебя нет коктейля, да? Есть, но я, блин, я лучше с дробовиком. Я сейчас пока менять буду местами. А они что, застыли, солевые, что ли, или что? Не знаю, как-то он шевелится чуть-чуть. О, там впереди баба ходит. Давай ему в голову засандалю. А ну-ка, давай. Брык назад. Блядь, что? А второй взрыв-то как недовольный. Что с людьми тренажерный за... Тихо-тихо-тихо-тихо. Ебаш! Ебаш его! Да где... Ты чего? Ну, а еще есть... Так, там этот ходит, неприятный гражданин. Да, до него мы тоже доберемся. Так, стрелу этого из головы заберите. Прикольно, вот так бымс, он так раз откинулся. У него газировка тут сладкая, нормально. Так, смотри, забирай, тут много лута. Хорошо, ткани много разных. Я хочу убить этого, ладно, все, давай. Не, это да, вон оно гуляет. Не знаю, одно ли оно там, понимаешь, может быть несколько. Что такое камень?
Ой, еще гуляет один, смотри, тут рядышком совсем. Ух ты, ёб, с одного выстрела? Она умирает с одного выстрела? Очень хорошо, видимо, да. Ну, смотри, блин, вообще классно туда. Ну, вообще, да, не дурненько. Так, да, я на фонарик поменяю, потому что я так ни хера не вижу. Так. Сзади! Фух. Это не с одного. Блин, мне что-то подлагивает прям сильно. У тебя как? Ну, пока первую атаку, когда кидается, у меня тык-тык-тык так. Пока терпимо еще. Патроны, главное, не просадить. А, это радио, блядь. Я думаю, что это за херня? Кто сопит? Это мы с тобой так ходим, сопим, да? Блядь. Так, это типа ресепшена, смотри. Тут какие-то ванны, блядь, я не знаю, что. Такие ракушки прям, смотри. А что это такое вообще? Ну, это такие ванны, может, какие-то капсулы, типа, принимаешь, омолаживаешься, там все дела. Блин, тут смотри, какая кадочка такая деревянная. Хера себе. Сауна, блин. Вот отдыхали тут люди, слушай. Да, мы пришли с тобой туда. Это одни монстры. О, тканюшка. Так, я в ту часть еще надо пробежаться, в другую. Нашел что-то интересное? Не-а. Ой, там мамашка ползает. Угу. Блядь, ну, пропусти, ты давай, давай, давай. Там мамашка вон за лестницей. Вон. Кись-кись. Хорош. Тут должно что-то быть. Я в жизни не поверю, что тут... А, там еще наверх можно. Ёп, тут масштабы. Тут можно пройти? А, забито. Не-а. Где все эти люди? Разбито. Так, что, наверх пойдем? Блин. Чё-то ступеньки тяжело даются. Как-то меня немножко носит по ступеням, не знаю, как тебя. А, тоже есть такое. Ни хрена тут красиво. Это блин, типа слушай, плаваешь... В бассейне такое. Плаваешь там, наверное, блин, этот барчик. Нормально все. Да. Офигеть, фламинго он. Блин, может скупнемся, а? Че мы как эти? Прыгай, я тебя подстрахую. Блин, меня аж подлагивает мальсана. Казалось бы, типа, закрытое помещение, чему тут лагать? Хотя да, да, уже есть такие деревья вроде бы не лагали-то. Так, это что такое? Кто я? А, нет, блин, куда? Так, там кодовая дверь раз, здесь какая-то дверь два. А тоже кодовая, смотри. Подойдет наша карточка? Конечно. А, то. Нас, так, смотри, под... я вижу, давай пока не пойдем, давай да. Глянем. Что здесь? А, не пойдем, то есть, да? Не, мы вернемся, сейчас посмотрим, что здесь. Today was a good day. Отлично. Кто это? Старуха, смотри, не, ну так на гитаре не играют, конечно. Бабло, смотри, сколько бабок здесь. Блядь, что-то ползает. Или это ты делаешь руками? Нет, я не ползаю. Охренеть, конечно. О, гитара. Я гитару взял. Да? Я не знаю, что с ней нет. Можно делать, но я гитару взял со стола. Блин, я тоже хочу себе гитару. Монеты, бери, конечно. Бутылка, монетки. Еще бутылки. Для коктейля Молотова то, что надо. Вот и бар. Барчик нашли. Нормально, да? Ты че буянишь? Залез туда. Так, собираем. Хватаю все на. Здесь до хрена всего. Ночные клубы, блядь. Бабки, смотри, деньги просто в этом. В чемодане. Наших столько, на. На что они их тут тратили? Что тут вообще? Так, я туда... Давай сначала здесь проверим. О. Журнальчик с этим дядькой. Так... Еще одна какая-то секретная комната. Где? А я открыл вот патроны. Три тяжелых пули. Не знаю для чего. Картриджи. Куда ты побежал? Так, ты за стенкой-то. Я не там. Два лекарства, патроны.
Так, «Завещание господина Толстяка» называется. Замечательно. Вирджиния, она обведена. Здесь, короче, в завещании она указана. И ей достается 578 миллионов 534 тысячи $827. Угу. Неплохо. Бля, надо подружиться с ней. Слушай, где она там? Она там где-то гуляет, надо реально найти ее, подружиться. 573 тысячи. Там... Я боюсь, что я немножко ошибся. Там, по-моему, не 500 миллионов, а может быть 500 миллиардов, конечно. Ну, зная меня и мою внимательность. Слушай, мне хватит и миллионов. Ну. Ну, в принципе, да. Так, а что здесь ты смотрел? Что есть? Нет, тут, по-моему, тупик. Ну. Еще бумажки. Имейл. А дверь это туда можно? Не это знаю, туда? Наверное, вряд ли. Скорее всего, оно закрыто. Щель. Итого у нас остается один проход. Смотри, все мертвы, все сдохли. Просто тупо все. О, гостевая ключ-карта у меня есть. Смотри, третья карточка. Опа, и я нашел. Арнольд. Арнольд. Да, карточка Арнольда. Хорошо. Нормально. А я хотел только сказать, зачем мы с вами вообще пришли, что мы нашли? Ну, видимо, вот это. Гостевая вот карта, немножко проливается свет на сюжет, как бы. Что-то тоже бабки. Да, таблетки. Таблетосы, кстати, лутай. Тут таблеточки есть. Его? Вот. Вот, не понял. Ты знаешь, это на вес золота. Таблетки уже? Стоять. Почему меня выронил? Ух ты, у меня уже полная. У тебя лезут еще? Да, давай. А, ну как, блин, ну... Лезут, у каждого давай. Свои, или? Нет, тут таблетки ты можешь дать. Ты можешь мне дать таблетос. Я подниму, нормально. А, все, бери. Потому что так, уже... хорошо. Пошли посмотрим. Ты говоришь, там парочка стояла. Пойдем глянем. Угу. Что, может, коктейльчик? Я попробую, давай их по-тихому. Я по-тихому сейчас жахну. По-тихому чем? Дробовиком? У меня арбалет. Бесшумный. А-а-а. У меня есть что, дробовик наготовлено. Хедшот. Тихо, не получилось? Уложил нахрен. Просто уложил. Просто добрый день, блядь. А ну спит и все. Подожди, я же хотел... Хедшотик ему, да, в затылочек. Бля, ну придумай. Сука. Ему руку отстрелил. Как оно реагирует, что я целюсь, я не понимаю. Как это работает? И стрелу похерил. Ну, нормально. Так, тут что-то слишком темно, блядь. Тут, смотри, направо, там можно пройти. Тут что-то есть. Ну, смотрим, лутаемся. Ух, еще какой-то... Ай, вот типа... это тут неприятный гражданин! Вот это... Аккуратно, аккуратно, с дробовика его хуять! Все-все-все-все. Ну, отлично. Ты ему еще в почке. Бля, малыш, ну зачем ты так? Ох, малыши хорошо летят. Хорошо, пацаны разлетают. Еще бумага. Так, пересвечено, не видно ни черта. Все? Так, смотри, у нас два прохода. Здесь проход куда-то ведет. О, тут типа кинотеатр, прикол, смотри. Бля, как у них охуенно о, здесь. Я да, поражаюсь здесь просто. Ахри, вот чуваки, здесь чего здесь вам в жизни не хватало? Что это у него торчит? Бензопила. Что это из него торчит? Бензопила. Отлично, беру. Бензопила? Ты серьезно? Да. Ну, а да. Где она? В каком она? Сейчас ее найти надо. В инвентарь такой, как магазин, просто надевай. Бензопила. Так, малышка... А вот она, слева. А, вот сюда. Ох! Ее, наверное, еще заряжать надо как-то этот. А да, будет смешно, если она на батарейке. Да, она на батарейке. Да ты что? Не, ну такие бывают. Бензопила на батареях, да? Да-да-да. Слушай, не зря мы сюда зашли. Вот это место вообще бомба. Смотри, кинотеатр какой. О, наверху стрелы. Наверху стрелы. Ага. Иногда полезно на потолок смотреть, я смотрю, да? Так, сейчас... Сейчас я перекушу, погоди-ка. Так, кушаем. Кстати, да, у меня уже даже этот завтрак не лезет. Надо один сожрать. Я с собой блок газировки ношу. 10 кошачьих консерв, блядь, нормально. Да? Выживаем по полной программе. У меня все забито. Жратвой, питьем, да. 8 банок газировки. Бля, бензопила это, конечно.
Слушай, покушаю, у меня не влазит уже еда. Да, я уже одну съел, сейчас эту беру. Что даже ее съем. Ну, пока да. Фу, ладно, пошли, там еще проход есть. Это не все еще, оказывается. Так, о, тут так. Еще газировка спрятана. За этим. Я не знаю, как я сюда поперся вообще. Как это работает. Блин, ну зона прям вот кино хочется посмотреть, да? Да. Прям класс. Блядь, что этим людям реально не хватало? Все же было, блядь. Кто-то чихнул где-то неудачно, блядь, бациллу какую-то. Ну, да, ну, как они этого хотели, я думаю, да. Так, там впереди уёбки мелкие. А, ну что с ними делаем? Как обычно. Блин, тут любые, жалко пули тратить на них. Сейчас вот так загасим. Как валы летают, а? Чем не Диснейленд, скажи мне? Вон, 103, нахуй. На, нахуй, бля. Все, добрый день. 1-3. Все. Сюда. Я тут навтыкал у меня. Я просто их обучил. Жизни, все нормально. Что-то как-то поменялось, тут краска резкая. Тут еще. Так, подожди, где мой фонарик? Вот, он еще ползает. Я подсвечу это днем. Это золото? Космосы развлечения самолетов. Иди хуячит. Бля, это хейтеры, понимаешь? Ну, вряд ли нормальные. Вот они, да. Золотишко, похоже на золото, кстати. У тебя кирки с собой нет, случайно? Кирочка бы очень помогла здесь. Так, надо уже дойти до какого-то тут конца, может, что-то... Слева, ага. Справа что-то есть? А, у меня фонарь уже все. Печи. Так, а на левый или на правый уже... Ну, я свечу, ну, левый или правый идем? Куда? Смотри, у нас два... Сейчас проверим. Лево или право? Подъем. Ох, блин, давай налево попробуем. Что у нас там было, и опять пещеры начались. Смотри, я просто марш-бросок делаю, я быстро. Быстро. Бля, тут тоже лево-право. Да, и блин, тут какой-то проход. Слушай, нельзя ходить в лабиринтах сначала налево, потом направо. Надо сюда одну сторону. Ну ладно. Сейчас найдем. Стой, а тут детишки-то лежат. Подожди, мы что, вернулись? Как это получилось? Мы обратно вернулись? Как это вышло? Не понял. Так, ну значит, здесь да, по кругу. Так, еще раз. Да, слушай, мы здесь точно были так. Вышли сюда. Да. Вот тут опять этих замочек. А мы налево пошли, значит, направо надо. Да. Значит, идем направо. Да. Тут, наверное, выход будет сейчас, я думаю. Карту мы нашли. Знакомое, как-то мы так падали, я помню. Где-то уже было такое. На выход, выход. О, выход, слава богу. Да, да. Ты говорю, помнишь, там осень на улице, все в порядке. Сейчас выйдем, там уже снег лежит. Бля, только не накаркай, серьезно, что? А что-то... Нет, дует просто ветер, я сам успокоился. Звук такой. Хебай, тарахти. Давай поставим эту палатку, может. Развел этот вообще, где нас дуринка? А, у меня брезент закончился, ставь сам. Да? Да, у меня брезента нет. У тебя есть брезент? Да, да, да. Ставь. Ляжем, поспим хотя бы. Ну его нахрен. Во! Так, я записываю. Блин, ну погода такая, аж, знаешь, что-то вообще жесть. Встала, на. Так, давай, ложись. Все. Ну его нахрен. Может, утром нормально будет? Нахрен там, на. Ой, сидит она, смотри, он всю ночь на нас смотрел, сидел. Ага. А где Кельвин? Не знаю, а вот он идет к нам. Всю ночь добирался на. Вот. Как ветер громко. Да, что-то ветруган прям люто здесь. О-о-о. Ай! Побежали нахрен отсюда. Кто в тебя? Он тебя? Не, я чуть-чуть коцнул. А бежит за нами?
Дружок наш. Бля, он стоит на месте. Ты дурак, что ли? Беги! Убьет же! Не, он бежит, бежит. А, бежит нормально. Фу. Там эти двое сзади. Надо где-то куда-то выйти, какой-то в воде попить, наверное, нормально. Что-нибудь пожрать. О, палаточный городок, кстати, смотри. Палаточки. Ой, погода, конечно. А курица вообще совсем, ну, слушай. Блин, ты уже не лезу. А мы в плеере эти просто не пользуем, понимаешь, в чем проблема? Так, что тут еще было? Все забрали. Ух, может, надо куда-то к воде реально спуститься? Тут что-то беда просто какая-то. Так, ну они подходят. Нагло смотрят на меня. Ты, блядь, мне по лицу! Нихуя себе, да я нахер! Блядь! Я думал, я, может, понравлюсь ей, знаешь, не дергался она. Думал, может, сдружимся как-то. Тут видимо, не судьба. Так. Да, не сошлись характерами. Так, что у них так, за есть? Это придется расхреначить всем тут. Так, подожди. Бля, она идет, смотри, как на нас. Прикрой меня, пусть она меня не кладет пока. Я сейчас бензопилу достану. Ну, мне, в смысле, прикрой? Мне убивать ее, что ли, или что? Нет, я не хотел. Дамочки. Бы. А прикинь, муж, наверное, где-то же нашел платье для этой девушки. Давай освободим лучше эту. Да? А что будет, кстати? Да, давай посмотрим за конфликтом. А это мужик! Это самец! Опа, вот и муж! Смотри, как она ухватила! Смотри, какие херня начала! Вот тут там мадмуазель! Ты видел? Ай, меня кто-то убил в спину! Какой-то новый муж пришел! Меня кто-то ест! А, Олег, выживай, бензопилой херачит! Я не могу, подожди, бьет! Убегай куда-нибудь! Не могу, все, я на респауне! Да все, она! Походу муж пришел! Освободили, да! Я опять даже не успел понять, я надеюсь, они меня не съедят! У меня столько лута! Не хотелось бы умирать. О, новая анимация какая-то. Я подвешен. Где-то висю? Она ко мне идет. Да, бля, где ты? Да мы рядом висим. А где ты? Вот это мы попали. Вот это посмотрели. Освобождайся. И рюкзак там, а как дотянуться? Так, о, ножик. Я дотянулся до ножа. Сейчас я как-то ждаю. Твою мать. Сейчас освобождаюсь. Вот так, это тихо. Эпично. Есть. Да, наши шмотки где? Я вот. Освободился. Он охуел. А! Слышь, кричит. Как ты, блядь, это сделал? Ты что, ебать? Как ты это делаешь? Тихо. Аккуратно, Алекс, аккуратно. Ай, куда ты? Опять вырубил. Я не успел, только вещи брал. Сумка из шкуры. Так, вставай. Вставай. Сумка из шкуры. Бля, здоровяк появился из ниоткуда просто. Смотри. Ох, как ты ее. А. Так, подожди. Мы все забрали. Мы куда-то бежали, да, у нас была точка. А где Кельвин? Не да! Почему он не висел рядом на столбе? Куда он заскилился? Да, ну вот нахер. Вон она оплакивает, смотри. Опять, ну смотри, ну так как классно сделано. Пиздец. Ну извини, пожалуйста. Мы мимо проходили. Я сейчас подойду и напугать попытаюсь. Как? Ну как, грозным видом своим. Так, сейчас. Она плачет, скорбит по мужу. Плачет. Ну слушай, мы не хотели. А ты я зачем мужа забрал? Ты что делаешь? Ты мой парень. Ты зачем мужа спиздил? Тихо. Бежать. Кинь его вон туда куда-нибудь, пусть. В костер. Не в костер, вот, смотри. Сюда клади. Так, а на какую кнопку его класть-то? G. По-моему, G. Все, отлично. Так, ты полдела сделал, все, пошли отсюда. Да, а ты сама закопаешь. Может, этих они откопали, мы же не знаем. Она ушла, походу, новую искать. Кто ей теперь платье будет дарить, скажи мне, пожалуйста. Ай-яй-яй. За тобой гонится, кстати. Мне в спину бьет какая-то хрень. Но мне придется его... Смотри, я такой, опа! И тут он такой, давай его бензопилой. Отпили ему голову. Ну, хрена себе. Ты че, отпили ему голову? Он встает. Он живет. Нет, он... Я на его жопу копьем. Так еще один. А нихер нас было к столбам привязывать вообще.
Вы если что, просто на девушек одетых подошли посмотреть. Блин, нет. Пошли отсюда. Мы слишком много бед творим. Да. У меня вся бензопила в крови. Мы же не хотели этого зла. Нет, конечно, само пришло. Это здесь. Но у меня не пикает ничего. А Кельвин где-то в жопе. Кельвин где-то далеко, надо за ним вернуться будет. Да ладно, да он найдет дорогу. А вот, смотри. Вот что-то мы нашли, походу. А что это такое? Это дерево? Это кресло? О, это там в лагере. Ебать, у них в лагере. Бля, его валить придется, наверное. Ладно. Смотри, у него трон, как в «Игре престолов». Смотри, жопа на жопе сидит. Смотри, смотри, что на будет. Смотри, иди сюда. Иди ко мне, посмотри на меня. Смотри. Куда уселся на? Тут трон. Кресло полноценное. Смотри, какая красота. Сзади, кстати, здоровячок подходит. Ему, по-моему, не нравится, что мы тут... Но он один, учти, он один вот тут запрыгнул. Мне кажется, надо дробовик достать. Давай арбалет возьму ему в голову, сандалю разочек. Блять! Я пока дробовик доставал из рюкзака. Попытайся меня поднять. А если получится. Он лег. Все, я с одного выстрела в щи его завалил. Да ладно. Здоровяка твой. Такой большой. Смотри. Бля, страшный пиздец. Он как рак красный. Обгорел, конечно. Нет, конечно, надо кремом от загара пользоваться. Это, конечно, не дело. Весь обгоревший. Да, в голову один мах. У меня опять же с одного удара он так, таблеточки надо. Так, монетки. Все собирай, все смотри, что в гробах. Ну, в принципе, как говорится, не так он и страшен был. Так что... Ну да, не, ну с одного ты положил. Так. Давай искать. Мы типа на месте, где-то здесь что-то есть. У них большой лагерь здесь. Смотри, тут их должно быть до хрена. Они на охоту пошли, видимо. Может, копать надо, хрен его знает. Сейчас могут и вернуться, наверное. Так, ящики все переломать. Так, судя по карте, где-то здесь. И что? Тут типа камень. Тут эта херня. Они смотрели туда. Может быть, здесь, смотри. Давай попробуем здесь копать. Похожее место. Ну, у нас да, уже вроде было. Я не уверен, но попробовать надо. Да, вот лопата нарисована. Спасибо, блядь. Пришли в лагерь. Убили, блядь, вожака. Вот, он люк опять очередной на. Так. Бля, грязь. Я первый раз в игре вижу, чтобы грязь так реалистично смотрелась. Да, да, разлеталась такие. Блин. Прям где копнешь там. Там что-то есть, да. Люк, думаешь, да? Да-да-да, очередной. Ой, по-моему... Бля, Костя, бьется, аккуратно, да. Алекс! Сзади! На машинку! Побегаю. За машинку запрыгай. Так. Он убежал. Он увидел, прихуел, убежал. Сейчас у них перестановка власти пойдет, наверное. Раз вожака убили. Значит, надо нового искать. Так, давай, пока он убежал. Блин, такая я одной рукой копаю, если что. Я не знаю, как получается. Давай, копай, я буду здоровяком охранять. Потому давай. Что вон там гуляют ребята, да, что-то как-то оно... Хорошо, от вас ничего не копать, да? Да не, мне по кайфу, нормально. Вот он, а, фу, он подходит, это Кельвин, я чуть не подстрелил, пацана. Я вышел, хорошо рукой помахал, догадался. Бля, Кельвин в шоке, он думает... О, все, погнали. А, ты хочешь вальнуть его? Да не, не хочу, зачем? Лишь надо, он по Кельвин показывает. Бля, сюда бежит. Полезли, короче, похуй. Полезли, все, я погнал. Так, и чё? Maintenance B. Мы были в Maintenance A, а это B. Второй. Ага, на тебя нападают. Бля, я ничего не могу, у меня заставка. Блин, а я... А у меня тоже, я ничего не могу сделать. Валить надо было, гада. Надеюсь, он с нами не спустится сюда. Да нет. Что там, блядь, за ор, ебать. Происходит. Все нормально, все хорошо? Я спустился, да, я жив-здоров. Давай, я тоже. Да будет свет! Mm-hmm. Вот. Да, он похож на то первое. Давай аккуратно осмотримся. Есть что-то полезное тут? Он не упал нормально там? Не, вряд ли он.
Так, слушай, а может мы там вначале давай палаточку пахнем? Да. Мне кажется, это хорошая идея. У меня просто, по-моему, это закончилось. Брезент? Сейчас посмотрю. У меня есть? Должно быть. У меня есть. Давай. Иди знай, что там дальше. Учитывая, какие тут размеры под землей бывают. Вот тут где-то в уголочке поставь, вот там, да. Так, а что красное все почему-то во всех местах? Серьезно? Тут не заставить? Вот, тихо, где-то вот подловило. Так. Палочки. Я тоже поставлю. Классно. Хорошо. Записываемся. Фу, спать пока не будем, наверное, нормально. Все, оставляю, пусть она будет. Мы все равно подниматься здесь должны, наверное. Так, о, готов. Здесь уже барахлит электричество немножко. Так, ты с чем там в руках идешь? У меня пока арбалет. Арбалет, все. Ну, я вижу, тут водичка. А у меня, если кто-то страшный, у меня дробовик. У тебя фонарик, кстати, мы батарейки не нашли. О, сейчас. Батареечки, я сейчас заряжу, подожди. Тут у меня пиздарики. Есть пока еще. Кстати, о, хоть немножко света. В идеале надо какой-то налобный фонарик. Был. Ну да, чтобы руку не занимать. А, опять апартаменты. Апартаменты у нас уже были. Это другие. Так, есть что полезное? О, тут можно крафтить. Глушитель я нашел на пистолет. Ну-ка. Давай поставим. Так, пика. А на дробовик нельзя глушитель поставить? Попробуешь? Я на пистолет попробую. Сейчас гляну, давай. Так, правый. Так, а куда этот попал глушитель вообще? Где, а там, где его? Пистолет лежит. А, вот нет, он перечеркнутый. Жалко. Да, такой пистолетный, видимо. Ну, хотя бы так поставить. Ладно. А ты зачем тут глушитель, в принципе, вообще? Ну, вообще, как бы на шум реагируют монстры очень сильно. Да? Да. Ты можешь аккуратно, бесшумно их вырубать, и все нормально. Так, мяско взяли. Смотрим, что здесь. Тут, наверное, третья карточка или четвертая. Тут тоже можно сохраняться было. Зря мы там палатку с тобой ставили. Здравствуйте. Что о, делаем? Этот, как он? Конверсивный лук или как на? Блочный, да, лук блочный называется. Это охуенная тема. Я помню, у Лары Крофт такая же штука была. Так, что тут? Таблетос собери, смотри, таблеточки есть. Тут таблеточки на раковине. Так, сейчас. Вот это мы не зря зашли. Лук хороший. У нас, конечно, из говна лук, но арбалет решает. Прям да, сильно. Да, да. Я сейчас даже, кстати, его. Подожди, прям одну секунду я его. А, нет, пока арбалет пускай. Все нормально, и так. Блин, ну просто пистолет, и дробовик, и арбалет, и блочный лук. Чему нас готовят? Что как-то пугает нас. Будет какой-то босс вертолет, наверное. Малышей пока нет. Тут обычно малыши вылазят. Так, что тут? Бутылочки. Ну, пока вроде все в порядке. Колонки, усилители, матрасы. Трупов нет. Ну, кроме того, ванной. Будут. Все, да. Такое маленькое, видишь тут. Ну, зато лук нашли. Лук. Ну. Блин, ну никакой карточки, блин, мы не пропустили случайно с тобой, нет? Давай еще раз глянем. Я полусонный могу пропустить, конечно. Такое. Налегке. Как-то странно, что всего одно оружие. Патрон не заметил. Стрелы, кстати, можно забубехать. Пусть делаются. Пойду еще раз тогда гляну быстро. Так, давай, ну тут диск. Посматриваю, но... Вроде нет. Так, тела здесь. Вот тело одно у нас, да, в ванной лежит? Ну да. Тут рядом с ним ничего нет? Уже. Нет. Что за звук был? Это по моей стрелы сделались. А. Так, выходит. Так, слушай, ты заметил, кстати, что гранат больше мы не находили вообще? Ну, а вначале вроде бы там штук 6 мы нашли, все их потратили. Ну, да. И все. Берешь, тебе стрелы делать? Да не, пока я. У меня еще и есть, плюс дробовик и. Шо? Нормально. Так, тут все? Или там еще проход был, я уже не помню. А, тут вентиляция, тут прохода не было.
конечно. Так, палаточку заберешь? Все, похоже. Разбей ее, забери. А, да, там у нас, подожди. Как ее? А, вот все, собрал. Полезли? Ага. Фу. Я думаю, так, что в принципе на сегодня можно все. О! Бля! Что это такое за. Хуй знает! Нихера себе! Кто тут слит! Я вылазил! А что здесь вообще? Они тут собрались! Ох, какая толпа! Отходим! Так, ты наверху! Я на тебе! Меня бьют! Я отбегаю! Лупят! Отходим! Отходим, отходим! Что-то как-то тут и погода испортилась, и встреча какая-то не очень добрая. Я лезу по лесу, слышу такой хохотом. Там ребята пришли на поддержать нас. И дождь пошел, кстати, впервые, по-моему, да? Еще-то лагерь. Еще лагерь. Что-то как-то, да. Заметьте, кто-то очень много. Ребята, лось, лось, ты еще. И на тебя прыгает, и что, он тварь футболки. Какая-то. Блин. Что-то начинается, Олег. Валим отсюда. Валим, валим, валим отсюда. Уходим, уходим, уходим. Так, скалы только не упали. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, тут какое-то озеро впереди, там закончим. К озерцу пойдем. И хрена мы вылезли, они ждали нас прям. Да, толпой еще такой на разошерстной, кстати. Там разные, фу, по-моему, племена были. Блин, да что ж тут с погодой-то, а? Я предлагаю тут закончить. Да. Сделаем перерыв. Там раскаты грома, кстати, уже начинаются, видно. Нихерово дела у нас. Ладно, будем выживать уже в следующей серии. Найдем Кельвина, куда он делся. Мы сделали? Нормально, нормально. Нормально, я тебя плохо слышу, тут что-то погода, блин. Да, совсем с погодой плохо. Погода говно. Дай бог, еще увидимся. Все, ребят, ставьте лайки. Держись, Олег. Подписывайтесь, пока-пока. Всем пока.